И всем привет, дорогие друзья, это уже второй день. Мы уже достигли второго левела, то есть уровня, да. Теперь мы можем как бы работать автобусником. Я уже устроился. И теперь будем тестировать, сколько мы заработаем за некоторое время. О, а тут, видимо, не только я хочу работать автобусником. Итак, ребята, я наконец-то нашел автобус, и ну что ж, давайте приступим уже. Так, теперь нам надо ехать по отметкам, да? Хорошо, поехали. И вот у нас уже прошел один час, мы заработали 7346, обкатали, всего сделали 8 рейсов, так что неплохо, ребята, давайте встретимся позже. Ну что, ребят, вот и второй день подошел к концу. Сегодня мы заработали 30 тысяч. Ну, я считаю, что это было неплохо довольно, да. Но я вот, знаете, вот честно скажу, то лучше не работайте водителем автобуса. Там реально очень мало платят. Лучше работайте, ну, пока вы новички, лучше работайте там на лесопилке или там на заводе. Вообще не работайте там. Ну, вы поняли, да? Вы же меня понимаете, да? Так, ну что, ладно, давайте. Ну, всем пока, ставьте лайки. Bye-bye.